Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Ежедневные награды, почему-то аж две штуки выпало мне, странно. С чего вдруг такой подарочек-то мне преподнесли? Ну да ладно, тем лучше для нас. Ну что же, ребятули, у нас скоро обновится неделька, поэтому нам нужно с вами обязательно прорваться вперед. Давайте посмотрим, где я сейчас нахожусь. Так, пицца, будем обязательно ее получать. Так, задание, забираем ревард. Так, секунду. Мне нужно посмотреть, где мы с вами. Ага, все, ребят, все нормуль. Я на Лиге Сёгунов, две звезды, меня не сбросили, как ни странно. Значит, нам нужно что? Сделать ежедневные с вами задания, чтобы получить 5 откатик, которые нам очень сильно пригодятся на арене. Ну что же, приступим. Поднять уровень персонажа, да? Кстати, вы ничего не заметили, когда я быренько здесь вот, смотрите. Хоп-хоп-хоп-хоп, никто ничего не видит. Ребятушки, Леонардо получил у меня 80 уровень, можете меня поздравить. Это круто, я давно этого хотел сделать и сделал буквально на днях. Так, ну что же, у нас с вами, ой, мало мутагена, поэтому будем с вами поднимать маленьких каких-нибудь персонажиков, да? Например, того же самого Пита. Ну-ка, вот, ой, нет, ребят, не получилось, к сожалению. Печалька. Блин, я боюсь, у нас не получится, видимо, поднять уровень-то. Эй, Рокстеди, ты-то как? Слушай, он как у 20 уровня. Блин, да что ж такое-то? Во, Бибопчик. Ну-ка, давай посмотрим. Во, молодец, спасибо тебе большое, что ты меня выручил в плане того, что надо было поднять кому-то уровень, и ты как раз был кстати сразиться в боях и пройти одну серию испытаний. А вот здесь, конечно, небольшой косячок у нас получился, я не успел сбросить. Ну да ладно, будем тогда бомбить здесь. Зэк у меня, к сожалению, погиб. Ну что же, давайте, ребятульки, быстренько с вами здесь пройдем. Как говорится, справимся. Эй, тихо. Хорош, сразу нападает, да, у кого... Зэк, вот за это ты ответишь. Вот ты за это ответишь. Ты мне сейчас только что Криса уронил. Уронил, ему было больно, блин. На-ка, получи. Так, ну-ка давай-ка. Железноголовый. Да что ж такое, ты вообще никакого урона не нанес. Так правильно, не нанес, потому что у него уровень даже меньше, чем у самого Зэка. Ладушки. Тогда вот так вот ему. Да елки-палки, даже не повесили постепенный урон. Странно. Так, минус Маузер и минус Зэк. Двигаемся дальше. Кстати, надо будет сбросить, обязательно сбросить. Так, Хан, Ванюша здесь и Карай-змея. Естественно, я ставлю провокацию на Рафика, чтобы он всегда был на чеку и всегда давал отпор. Вот видите, что происходит. Ну куда ты, Хан? Ну хорош, успокойся уже, ё-моё. Так, тихо. Вот криворукая. Получила? Слушай, вы достали уже, все атакуют меня. Ну, опа. А вот этого я не знал, что Ваня может еще применять гранатомет. Это, видимо, у него последний скилл. Ну что ж, давайте зажарим. Ага. Так, хорошо, Хан все выделывается. Ладно. Слушай, он не падает. А сейчас? Так, блин, мы Ваньку атакуем. Ну. Все, они напросились. Делаю, ребят, супер вертушку от Леонардо. И они должны рассыпаться здесь. Да. Блин, ну опять же мы с вами потеряли героя. Поэтому придется в любом случае сбрасывать это все дело. Ну, не вариант дальше двигаться. Вообще, как тут можно пройти вот эту вот всю схему? Я не знаю, ребят. Вы посмотрите, она состоит из охренеть сколько уровней. Как это можно вообще пройти? Когда-нибудь, наверное, через лет 10 я его пройду. Когда у меня будут все платиновые герои. Хрен знает, там, сотого уровня. Может быть, тогда у меня получится пройти. Ну что же, сразиться в боях. Ой, самое любимое мое, ребята, дело — это сражаться в боях. И вы понимаете, почему, да? Потому что мы здесь с вами зарабатываем ДНК на наших супер-пупер персонажей. И начнем мы, пожалуй, со Змейка Вьюна. Вы меня просили. Не, ну как сказать, тут у нас разделилось мнение. Кто-то за Змейка Вьюна, кто-то за Эйприл. Я прекрасно понимаю, что вы хотите увидеть вообще всех прокачанных героев. Но могу вам сказать, что очень много каналов, где эта игра уже давным-давно пройдена, ребят. А я так, новичок, только лишь постигаю эту игру. Как видите, у меня еще слабенькие все персонажики. Ну, скажу вам сразу, игра не взломанная, все делается своими силами. Никакой халявы, абсолютно, ребят. Все приходится копить. Ну и так далее, и тому подобное. Так, ну что, давайте тогда Эйприл, у нее все-таки 50 ДНК уже найдено. Вдруг нам повезет еще два найти.
Вот, один мы с вами надыбали. Так, интересно, второй нам... Второй, кстати, попадается. И дайте третью ДНК. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Угу. Никогда, вот, ну как никогда? Дают, ну, очень, ребята, редко. Чтобы три ДНК тебе выпало сразу из пачки. Смотрите, ребят, мы, кстати, скоро сможем получить Шреддера на четвертую звезду золотую прокачать. Но нужно 9 ДНК на него найти. А это проблема целая. И остается у нас... Кстати, я тут начал еще короля крысиного качать. Сам не знаю для чего. Но почему-то захотелось. Ну, начну я с этого, с нашего мутагеноида. Вы тоже просили его прокачать, поэтому будем потихонечку к этому двигаться. Так, скоро, кстати, еще уровень, наверное, мы с вами получим, да? Что у нас там? Ой, у нас пицца-то... Все, ребятули, пицца закончилась почти. Вот еще один разочек сможем с вами сделать, и все. Но это не беда, верно? Потому что у нас как раз разыгрывается сегодня пицца. Ну-ка. Разыгрывается? Да. Поехали, побежали даже. Полетели, елки-палки. Отбирать пиццу у пиццелицевого. Я вообще это дело обожаю. Я вообще его бы съел целиком. Просто в духовочку разогрел бы и слопал бы. Что-то мне так пиццы захотелось. С салями или еще какую-нибудь такую. Так, ну что же. Хорошо, идем, ребята. Первые 15 кусков пиццы мы уже отобрали. Давайте еще 20 кусков заберем. Пускай худеет. Он и так, он как жиробас выглядит. Он ручки пухленькие какие. Марио, да? Марио уже его звали, этого владельца пиццерии-то. Он же превратился в пиццелицево. Так, ну что, 20 кусков мы отобрали. И у нас третий эпизод. Всего их здесь 5. Так, давайте вот на автобой быстренько его. Ну что ты, ну пиццелица, ну успокойся, я тебя умоляю. Выделывается, вот так вот. Видишь, как Лео делает. Лео знает свое дело, он даже на автобой делает вертушку, ребят. Парень не промах. Так, ну а мы с вами двигаемся еще дальше. И у нас предпоследний этап. 25 пиццы, так, 30 и 35 в конце. Слушайте, ну эту пиццу мы опять же с вами спустим на поиски ДНК. Хотя, сегодня знаете, что хочу? Ребят, наверное, зайти на основную сюжетку и попробовать еще немножечко там пройти. А вдруг получится, а? Вдруг мы еще с вами пройдем пару уровней на 3 звезды, которые можно будет потом фармить. Вот у меня такая вот сегодня идея. Но, естественно, это все будет у нас происходить после лиги. Потому что я должен, я хочу, ребята, очень сильно пройти на Сёгун 3 звезды. Но удержаться там будет очень сложно. Ну и добраться тоже, кстати. Так, ну что же, последний этапчик у нас, да? Или я уже заговорился, мы уже, по-моему, прошли последний этапчик. Что-то я, по-моему, по повтору пошел. Да-да-да, ребят, вот я так всегда, знаете, когда начинаю с вами общаться, сразу обо всем забываю. И потом, когда возвращаюсь, я уже путаюсь, что я там и на чем остановился. Так, все, ладушки, здесь мы с вами закончили это дело. И, соответственно, отправляемся на лигу. Так, 35 пиццы, все. Забираем здесь реварды. Вот так вот. И, так, секунду. У нас, кстати, испытания все пройдены, да? Ну, докуда мы могли, мы прошли с вами, так ведь? Ух ты, эксперт, учитель Сплинтер. А вот это хорошо, а вот это замечательно. Кстати, можно я быстренько, ребятули, гляну, сколько нам нужно для прокачки Сплинтера на следующую звезду? Сколько нам нужно? По-моему, там много, если честно. Сплинтер, ты куда спрятался? А, Сплинтер? 29 у нас, ребята, а нужно 80. Да, на самом деле очень и очень много. Но, тем не менее, я все равно хочу пройти хотя бы вот здесь вот. Так, 6 кусков я трачу. Ух ты, мне дали довольно неплохих персонажей. Но я думаю, что здесь... Хотя здесь мы должны справиться. Поехали. Он здесь у нас еще и один, к тому же. Слушайте, сейчас кого будет атаковать, а? Микеланджело? Нет, Рафика почему-то. Ну, давай бомбанем. Бумс, и он упал, ребята. 2 ДНК мы зарабатываем сразу автоматом. Ну, давай. Не томи меня, игра. Ну-ка. Да, 2 ДНК, ребятули, как с куста. Ну что же, двигаемся с вами дальше. И здесь 50 уровень. Блин, может, знаете, что сделать? Вот этого убрать на всякий случай, чтобы он его нечаянно не убил. А мы с вами пройдем на 3 звезды.
сможем потом фармить, если что. Ну, хорош ты, усиляется он. Смотри, какое он усиление себе сделал, офигеть. А если я вот так вот сделаю, как тебе? Хопа, почти пол хп отнял. Нет, родной, Сплинтер, тебе это не поможет, поверь мне. Рафик знает свое дело. Ух ты, он хиляется. Что ты делаешь? Ничего себе у него удар, ребят. Офигеть просто. Слушай, у него и контрудар, да, есть или нету? Нету, по-моему, никакого контрудара. Давай бомбанем под Полтаву. Вот так вот. Блин, есть. Контрудар у него, оказывается, есть почему-то. Я думал, что нету. Ну, падает. Ну что, еще две ДНК как с куста. И вот я теперь думаю, стоит ли нам на следующий этап идти. Давайте сходим. Мы ничего все равно не теряем, ребят. Ну, проиграем и проиграем, да? А вдруг мы выиграем и получим тогда Сплинтера. Но здесь я уберу еще и Железноголового. Стоит убирать его, как думаете, или нет? Черт, не знаю, давайте уберем. Или, блин, оставим. Нет, уберем его нафиг. Посмотрим, как у нас пойдет сейчас дело. Так, он и будет бомбить первым, естественно. Конечно же, все плюшки на себя повесил. И довольно сидит. Скорость, крит, удар, чего у него там только нету. Да ну, хорош, ты что, серьезно что ли, Сплинтер? Родной мой, блин. Офигеть ты бомбишь, кстати. Ой-ой-ой. И как? И как мне тут быть? Как мне тут, скажите, быть? Слушайте, если он атакует, да? Он же кританет его. Давай тогда вот так сделаем. Глупо, конечно. Сейчас все равно добьет ведь. Да. Добил в любом случае. Слушайте, ну я его все равно должен победить. Хе, мимо. Ну что ты тут пальчиками своими тыкаешь? Все равно ведь я тебя, Сплинтер, сейчас завалю. Блин, а может быть нет. Атака-то у нас, блин, похерена. Эть, вообще бьем как вот. Он меня сейчас будет бомбить. Да хор... Ой, сейчас добьет. Вот так вот, ребята, Сплинтер-то, крыса-то не из шутливых. Просто бомбит на раз-два. А вы еще... А я еще сомневался, блин, стоит ли мне оставлять Железноголову. Конечно же нет, ребят. Блин, ну 3 ДНК. Да, велик соблазн, но, к сожалению, ребят, придется мне это дело упустить. Но зато я могу сделать вот так. И надеяться на то, что мне что-то выпадет. Ну, например, 2 золотых осколка, которые мне пока не нужны, если честно. Ну и 5 серебряных. А почему бы и нет? Да? Ну-ка. Вот, 2 ДНК Донателло. Это уже лучше. Так, что нам еще? Катушка с пленкой. Вот видите, как... Кстати, нам нужно, ребят, с вами закупить телепорты обязательно. Потому что они заканчиваются у нас. Ладно, ребят, хорош, пошутили. Теперь давайте отправляться с вами на лигу. И у нас тут все довольно серьезно. 56-й и 55-й враги. Я имею в виду по уровням. Нужно быть очень и очень осторожным. Так, выбираем Зека, выбираем Лео. И ребятульки я буду брать, наверное... малышей. Вот этих вот. Слушайте, я надеюсь, что у меня все прокатит. По крайней мере, как у меня была схема. Зэк бросает бобочку, потом Леонардо добивает. Должно, по идее, вот так у нас все это сработать. Так, Лео. Слушай, я боюсь, он не добьет их всех тут. Ай-яй-яй, Ванюша остался. Блин, Ванюша, надо его срочно ликвидировать. Это не дело. Есть, отлично. Вот так вот. А если бы Ванюша сейчас достал бы свой пулеметик, да начал бы тут стрелять, я думаю, пару голов бы он снес, однозначно. Но нам повезло. Ой-ой-ой, ребята, нам до Сёгу на 3 звезды добираться, ой, как тяжело придется. Но, тем не менее, сегодня вечер, а завтра где-то днем у нас будет откат. То есть у меня еще будет одна попытка пройти и набить, естественно, на лиге Сёгу на 3 звезды. Очень было бы хорошо, очень было бы замечательно. Мы бы сразу бы с вами хорошо так стартанули, бустанули, я не знаю. И вырвались бы. И, возможно, бы все у нас хорошо. И хватило бы осколков платиновых на следующий подъем. Ладно, пока делаем то, что можем делать. Так, а ну-ка покажись. Орлы! Орлы стоят и ждут меня. Вы смотрите, да, на поздней игре даже Эйприл берут. Хм. Это, кстати, для меня новость. Я ни разу не видел на поздней игре, чтобы была Эйприл. Это хорошо, это меня радует. Значит, не зря я ее качаю. Так, нормулька, ребятули. Все отлично, здесь у нас победа. Еще мы сможем с вами сделать один откатик полноценный. Так, какой у нас там
Местечко дадут. Блин, 70-е. Да что ж так. Что-то как-то медленно мы с вами ползем вверх, согласитесь. Очень медленно. Ну давай возьмем-ка мы с тобой вот этих вот. Ёпрс, это 60 уровней. Собственные персоны. Это уже, ребят, критично. Давай вот так тогда с тобой возьмем. Поехали. Фух, была не была. Зэк, Лео, надеюсь, не подведете меня. Поехали, бомбочка. Бомбочка довольно неплохо отнимает, так что все пока у нас под контролем. Теперь вертушка от Леонардо. И, блин, Рокстеди не упал. А если мы вот так сделаем? Ах ты, не упал, а так если? Ух, повезло. Отлично, ребятули, все у нас хорошо получается. Двигаемся, конечно же, дальше. Сколько у нас? Один телепорт. Один откатик. Так, ну-ка. Какая позиция? 54-я. Вот это уже хорошо. Считай, полпути у нас пройдено. Ну что же, остается нам с вами так. Давайте возьмем вот этих вот орлов. Я откатываю Леонардо. Короче, я, ребята, здесь буду всех своих оставшихся крупничков задействовать. Варианта другого просто я не вижу. О, какая дружная семейка. Все играют, видимо, в черепашки-ниндзя легенды. Молодцы. Так, ну а мы с вами... Блин, Сплинтер... Сплинтер нам не нужен здесь, согласитесь. Вот сейчас будет всех укреплять, усилять. И нам желательно бы его как можно быстрее подчикать. Ну-ка, Лео, не подведи. Пожалуйста, родной. Отлично, красавчик. Ну, а дальше все, ребят, как по накатанной. Уничтожаем морозильную кошку. Делаем провокацию. Ну и все, в принципе, здесь победа уже за нами. Никто и ничего здесь не сможет нам сделать. Давай бомбанем. Вот так. Донни, успокойся, пожалуйста, а. Получил сдачи. И, блин, этот Донателло не слабенький, да? Все, ребятулечки, мы прошли с вами лигу полностью. Ну как прошли, я имею в виду, сколько смогли пройти. Мы с вами добрались, я надеюсь, до 45-го места. Ну давай заценим. Хоть бы 45-е, какое-нибудь такое, а. 44-е, замечательно. Ну что же, а теперь, как и обещал, давайте-ка посмотрим, что у нас тут вообще есть. Так, у нас есть пицца. У нас с вами есть сюрикены. А ну-ка, где у нас магазинчик? Давай-ка мы здесь немножко с вами посмотрим. Ну, нейтрализатор у нас полностью с вами прокачанный, поэтому можно взять Макмана. 2000, 5 ДНК. Давай возьмем, хорошо, фиксим. Так, что у нас тут? Ух ты, 100 монеточек у нас с вами есть. И кого же мы с вами будем сегодня брать? Кого будем брать-то сегодня, ребят? Я вот даже не знаю, может быть Шреддера? Может быть Шреддера. Можно Рафика взять. Черт, вот всегда это вечная проблема для меня с выбором какого-то персонажа. Я бы, если честно, вот будь лично мой выбор, я бы качал бы либо Армагона, либо Шинигами, или же нашу лисичку. Вот у меня душа лежит именно к этим персонажам, потому что их очень тяжело прокачивать, очень тяжело на них искать ДНК. Или вот еще бы Шреддера бы. Кстати, он тоже хорош, поэтому будем Шреддера. Все. Вот так вот я спонтанно решил и спонтанно сделал. Но здесь у нас не хватает жетончиков. Кстати, вот было бы неплохо, да? Получить бы нам еще Шреддера бы. Но вот эти жетоны почему-то очень и очень мало где выпадают. Так, и давайте, наверное... Ох, подожди-ка секунду. Мы вот здесь вот с вами поменяем. И давайте-ка мы, наверное, перейдем с вами в сюжетку. Давайте посмотрим, приценимся, что у нас тут и почем. Ёлки-палки, меня же прям в дрожь бросило, как я увидел, что здесь еще столько звезд. Это у нас сложный режим, а нормальный... Ага. Вот здесь у нас... Вот здесь у нас не пройдено на 3 звезды. Это с какого вдруг перепуга-то, ребятули? Это что за косячок? Кстати, мне кто-то писал из подписчиков какую-то главу глянуть. То ли 6-ю... То ли 5-ю, то ли какую-то. И сказал, что я где-то пропустил звездочку. Давайте посмотрим внимательно. Точно, ты посмотри. Спасибо, ребята.
Вы очень внимательны, в отличие от меня. Конечно же, будем это проходить. Так. Поехали. Тут 50 уровень, поэтому никаких проблем не будет с прохождением этого этапа. А вот дальше будет очень заманчиво посмотреть, как у нас пройдут дела. Ну-ка. Зачем я это сделал сейчас? Бросил бомбочку и сам сижу, думаю, зачем? Ведь здесь же легкий враг. А я потратил суперудар. Да. Ладно, думаю, что и так пройдем. Так, вторая волна у нас, ребята. И кто тут? Ага, крысы и белочки, да? Ну-ка, минус крыса. Минус бел... Нет, белочки еще пока не минус. Так, отлично. Ну-ка, пробьем. Шикарно бьет. Белка, успокойся, пожалуйста. Мутированная какая-то. И двигаемся дальше. Последние у нас, ребята. Ага, ты посмотри, здесь грибочки у нас. Ну, грибочкам здесь, к сожалению, не место. Они меня очень нервируют. Так, давай-ка попробуем. Опс, блин. А, что я волнуюсь, вертушка от Лео все решит. Смотрите, тыкс. Круто. Очень круто. Ну что же, мы с вами прошли, по-моему, полностью, да? Мы с вами должны получить достижение, да? А это означает, что нам достается еще, по-моему, 3 ДНК на Шреддера. Сейчас проверим. Нет, не 3, а 2. И 1400 опыта. Есть, ребятули! Вот она, удача. Мы с вами получаем 96 уровень плюс колода. Давайте посмотрим, что нам тут выпадет. 100 пиццы, неплохо, джойстик. Так, 1200 мутагена. Почти 2000 сюриков, 10 сыра и Крис Брэдфорд. Отлично. В принципе, я не жалуюсь. Ну и, естественно, самый любимый — это 2 ДНК на Шреддера. То есть нам нужно... А что еще? Смотрите, крысиные бега. В принципе, скоро должны выполнить кошки-маузеры. Все около того, что скоро, ребят, мы с вами получим. Отличненько. Ну что же, продолжаем с вами сюжетку колбасить. Так, давайте здесь посмотрим. Тут у нас все... Все четко. А здесь у нас... Да, здесь у нас тоже все хорошо, поэтому переходим... Подожди-ка, это шестая глава же была, да? Это была у нас шестая глава. Что, остается только лишь седьмая? Ой, седьмая заключительная глава. Самая сложная. Блин, как бы мне вот этого вот босса бы одолеть? Может быть, немножко еще... Так, секунду, вот этого давайте бомбанем. В идеале 67 уровни. Слушайте, я думаю, что мы с вами здесь пройдем все идеально. И пойдем уже, наверное, на уровень сложный. Там будем разбираться. Да ну, хорош ты. Что-то вы каблучишься, не понимаю. Вот эти вот, кстати, футовцы, вот эти вот мутанты, они очень сильные гаденыши. Я уже это говорил вам и еще раз повторю. Когда они делают свою вертушку, наказывают очень больно. Ну что ты со своей задницей тут крутишь? Ну-ка, минус. Давай вот это вот. Футовцы не получилось. Ну хорош, вот, вот это, ребята, вот эта вертушка, которую он сейчас только что делал, вот она очень опасная. Причем он еще, видите, постепенный вешает урон. Отлично, хорошо сыграли. И здесь у нас эти роботы, да, стрелки. Ну давай... Начнем помаленьку. Нет, я не буду, ребята, тратить супер удар. И такой паник весь. Хорош, успокойся, пожалуйста, Маузер. А что интересно за кошки Маузер? Я знаю, что у нас есть мышки, вот их и звать Маузеры. А что за кошки Маузеры? По ним я могу сделать какое-то достижение. Для меня это какой-то прям ноу-хау. Так, давай сделаем вертушку, наверное, положим их всех сразу. Ага. Не понял, босс? А, мусорчик, ё-моё. Ну, давай, выходи, я готов. В принципе, он не такой уж, ребята, и сложный. Сейчас мы его просто распинаем здесь моментально, и все. Пикнуть не успеет. Поехали. Кия! Видишь, уже пол хп почти отняли. Теперь замедлялочку вешаем. Вот так вот. И я возьму, ребят, провокацию. А он, по-моему, гранаты... снаряды, да, бросает? Что он там... Что он там чудит? На-ка! Слушай, фигня какая-то получается. А если вот так? А? Отлично, ребятули. На 3 звезды. Идеальное прохождение. Так, ну что же, а теперь двигаемся дальше.
Двигаемся с вами далее. Так, уже с вами 1000 накопили для следующего уровня. Ну что, здесь у нас все, остается только лишь босс. А так все четко. Поехали в сложный режим. И у нас Бакстер. Блин, а тут, смотрите, 74 уровень. Это жесть. Это будет бубо. Попробуем как-нибудь здесь идеально пройти с вами. Но это будет сложно, блин. Это будет очень сложно, поверьте мне. Да ёл просто, смотри, как колбасит. Плюс еще двойную атаку себе врубили. Ну уж нет. Хорош ты. Блин, защиту, ребята, понизили у Рафика. Ну-ка, давай, давай вот так нахлобучим его. А? Не получилось нифига. Тогда сделаем вертушку. Она-то уж их точно всех положит. Так, вторая волна. Смотрим, кто у нас тут. Опять эти же самые смертоносные ниндзя-футовцы. Делаем, короче, с вами защиту. Она обязательно нам здесь нужна. И... блин. Ладно, фиг с ним. Я рискую, ребят. Я беру провокацию. Зря, конечно, наверное, но... другого варианта у меня не было. Ой, как слабо бьем. Давай, Раф, бомби в ответку. Да что ж ты стоишь, не бомбишь даже. Блин, еще и постепенный урон повесили на меня, гаденыш, а. Из троих только одного бомбанул. Ну ты, конечно, молодец, Рафик, молодец. Ничего не могу сказать. Минус один. Давай вон того сопляка забомбим. Вот, и тихо, подожди, не падай, стой на месте ровно. Усиляемся, зачем я это сделал, сам не знаю, но фиг с ним. Давай вот так вот тапком в морду ему. Да что ты, Раф, ты же обычно у меня всегда атаковал. Контратака у тебя должна идеально просто срабатывать. Почему ты стоишь и терпишь, и смотришь, как тебя бьют какие-то недоделанные ниндзя. Так, кто у нас тут? Ой-ой-ой-ой-ой. Тут у нас Рокстеди, да, ребята? Именно он, собственной персоной, поэтому начну я с маузеров. Так, что мы можем сделать? Мы можем с вами взять провокацию. Я беру, ребят, провокацию Рокзаром. Хиляться я пока, наверное, не буду. Не рискну я это делать. Черт. Придется уничтожать. И лишь бы выстоял только. Я единственное прошу, чтобы он только выстоял. Все. Ага, хорошо, давайте попробуем заблокировать способ. Не получилось. А так. О, хорошо, Крис, ну ты красава. Вот это ты молодец. Вот ты просто пробивным ударом ему в брюхо пробил его. Этого толстокожего носорога. Молодец, ты меня удивил. Так, ну что же, остается у нас футовцы эти, да, мутированные. Я, наверное, да, можно и без подхила, ребята, их бомбить. Зачем мы будем с вами тратить хил, когда у нас и так все чики-чики. Ну давай, ну что ты тут выделываешься? Получи. Фух, идеальный проход, ребята, да? На 3 звезды все как полагается. Смотрим с вами следующий этап. Что у нас там намечается, что у нас там ожидается. А ну-ка. Тут у нас карачка и 73-й, 75-й уровень. Вот это уже, конечно, блин, проблематично будет, наверное. Ну, у нас как всегда, ребят, да, говорится. Пока не попробуешь, не узнаешь. Поэтому будем пробовать. Угу. Начну я вот, пожалуй, с футовцев, с этих. Хорошо, Крис бомбанул. Ничего не могу сказать против. Так, они, наверное, на себя сейчас... нет, не стали вешать двойную атаку почему-то. Так, вот теперь, наверное, надо их бомбить, потому что первый раз они кусали, во второй раз они уже будут применять свою магию. Стопудово вам говорю. Поэтому нужно как можно быстрее... вот видите, кричат. Докричался. Так, футовец. Меткость мы ему понизили, он промахивается. И это хорошо для нас. А для него это очень плохо. Бумс, снесли. Так, вторая волна. И кто у нас здесь? Опять же ниндзи. Давай начнем вот с этого. Да елки-палки, что такое крепкий-то? Маузер. Кричит, да? Кричит. Вот эти вот, кстати, монахи, эти роботы, тоже поганые. Пока они бьют, потом они будут, ребята, кричать. Точнее, даже это не крик, а как назвать-то? Лучом нас бомбить, можно это так, наверное, назвать. Ага, ну зато они ватные. Вот, видите, луч. Тюф. Сейчас, нет, не стал. На-ка тогда. Сейчас второй. Ну, это терпимо, я вам скажу.
Так, у него двойная атака, да, и у этого, кстати, тоже двойная атака. Блин. Хорошо, ладно. Надо нам вот это вот бомбануть. Так, теперь, наверное, вот этого. Как можно быстрее надо. Я сделаю дополнительную защиту нам. И... блин, пока еще. Вот. Кто у нас там ждет на третьей волне? Ага, карачка. У нас тут карайка. Будет орать стопудово, говорю вам. Будет орать, как сумасшедшая. О, давай-ка мы... Давай, наверное, вот так вот сделаем. Я хотел подхиляться, но потом подумал, почему нам вот так вот. И, кстати, я не прогадал, ребят. Ну, Крис, не понял. Погоди-ка, а почему ты промазал-то? В чем проблема-то была? Что ты? Успокойся, блин. Караю, успокойся, я тебе говорю. Ты сейчас получишь по полной программе у меня. Фух, да. Отлично, ребят, наказали мы Карайку. Но одного не понял, почему Крис своим проникающим ударом ногой не смог ее пробить. Он просто промазал. Для меня это как-то даже очень странно показалось. Но, тем не менее, ДНК на Карайку мы получили. Соответственно, мы прошли на 3 звезды. А вот здесь уже, наверное, будет... Хотя нет. Ребятульки, здесь... Это у нас босс, по-моему, да? Мусорщик, наверное. Поехали, глянем. Угу. Так, у нас тут белочки сумасшедшие, да? Вместе с бронированным тараканом стоят. Ну их тут много, блин, этих врагов. Они промахиваются. А вот Рахзар почему-то здесь отгребает помаленьку. Ну-ка, эть. Давай сделаем вертушку, чтобы их сразу всех тут, опс, снести. Так, вот тут тоже, блин, хреновенько. Так, поехали. Да, что-то мы тут, кстати, не особо важнецки бьем по ним. Вы сами видите, да? 3 раза приходится для того, чтобы хоть как-то наказать. Давай-ка попробуем бомбануть. О, Зэ, кстати, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, как они очень мощно бьют, смотри. Ой, да ладно, еще и спецвозможность забрали у меня. Блин, говнюки, хорошей жопой тут стрелять. Блин, они мне могут сейчас, ребят, положить моего Рахзарчика. Могут. В легкую причем. Да ё-моё, ну! Давай ты падай, блин. Вот так вот. Добьем, успеем, ребят, или нет, как думаете? Давайте я повешу защиту на себя. Ну его нафиг. Черт знает, что там у нас будет дальше. И уже добьем этого говнючка. Не добили. Ай, фу, повезло. Ребята, у меня нету хилки. Надо было хилку. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну что, я хиляюсь. От греха подальше, да? Теперь делаем замедлялку на этих говнюков. Так, и будем потихоньку уже разбирать. Начну я, пожалуй, блин, да с кого начать-то лучше? Давай этого, проникающим. Пробей, пожалуйста. Ай, Крис, Крис, Крис. Ну что же, сейчас будут жарить. Или не будут? Ха-ха. Или не будут? Посмотрим. Так, ну-ка. Минус. Хорошо, отлично. Ответку, ответку. Раф, почему ты... Вот, молодец. Это пока не ребята бьют. Рафик тоже бьет. Рахзар добивает. Естественно, ребят. Лео тоже добивает. И остались тут у нас 2 охламона никчемных. Вот так вот. В наказание ему. Ну. Да чтоб тебя. Ну, Раф, молодец, Рафульчик. Умница. Ребята, мы с вами идеально здесь прошли на 3 звезды, несмотря на то, что здесь 74 уровни врага были. Просто круто. Не было босса, как говорится, так что все идеально. Опыт растет. Левел потихонечку растет. Портальчики зарабатываем. И у нас следующий этап. Ну, тут уже 76-75. Я думаю, ребятушки, нам надо сделать паузу, да? Мы обязательно с вами увидимся, наверное, в следующей серии. Но вначале давайте немножечко поищем еще ДНК на кого-нибудь. Так, на Эйприл искали. На муху, блин, на муху искать. Мутагеноид у нас... Ага, смотри-ка, не полностью он у нас еще прощупан. Вот так вот, сидит там втихаря. Думает, я не помню. Все нормуль, сейчас мы с вами... Вот, видите, аж 2 ДНКшки заработали на него.
Так, смотрим дальше, кто у нас тут. Карайка максимум, это все максимум. Змейка Вьюна мы искали. Так, король, давай крысиный король. Погоди, какие навыки? Нам не навыки нужны, нам нужны ДНКшки твои. Ух ты, даже... А, нет, два раза только, два раза. Ну ладно, тоже неплохо, ребят. Так, одна есть. Давай еще, не подведи. Вторая, вот это уже хорошо. Это уже радует меня. Ну, третью дашь? Угу. В другой жизни, сказал он мне. Так, еще одна, то есть уже три. Давай четвертую. Ну, так, хорошо, четвертую. Ну, а пятую? Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Угу. Нет, никак, сопротивляется. Ну, ладно, нашли мы с вами 4 ДНК на короля. Так, и у нас с вами, в принципе, еще есть кого, ребят, искать. У нас пульверизатор на очереди, да? Мондагея, как Север, Джастин, Саблезуб, тот же самый Пиццелицей, Острозуб. То есть есть еще у нас, как говорится, порох в пару камницах. Кстати, вот Стиранка я хотел тоже прокачать. В принципе, он неплох. У него, ребят, смотрите, все почти удары массовые. Ну, за исключением удар кастетом. Смотрите, у него стрельба из пулемета, так. Потом у него граната. Это второй у него массовый удар. И третий, как я понял, это гранатомет. Слушайте, ну это шикарно, да? Если его прокачать по полной программе, он будет не хуже... Кого? Не хуже Бакстера. Да-да, ребята, именно Бакстера Стокмана, который у нас в киберкостюме. Вот этот вот. Так, ну что же, вот теперь, ребятульки, со спокойной совестью обмениваю я ДНК на сюрики. Больше нету, к сожалению. И будем с вами расходиться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И увидимся в следующих новых видосиках. Всем пока и удачи вам.